Штаб общественного наблюдения продолжает свою работу. Завтра в районах Чувашии состоятся семинары для будущих наблюдателей на сентябрьских выборах. Напомним, встать в эти ряды может каждый житель республики, желающий напрямую повлиять на соблюдение законности при голосовании. Об этом шла речь на встрече с представителями политических партий. Согласно соцопросам, население страны больше верит общественным институтам, нежели политическим партиям. Чтобы повысить уровень доверия, штаб общественного наблюдения предлагает всем участникам выборного процесса назначить своих наблюдателей. Эти люди должны работать профессионально, понимать процесс волеизъявления, процедуру голосования, роль и ответственность избирательных комиссий. Сейчас для наблюдателей разрабатывается мобильное приложение, в котором можно зарегистрировать свой участок и фиксировать нарушения, если они будут. Кроме того, общественная палата работает над созданием карт, где все обнаруженные нарушения зафиксируют. Конечно, в такой ситуации важно отличить так называемые вбросы от провокаций и фейков. Для этого в штабе общественного наблюдения будет организована юридическая поддержка. Эксперты будут реагировать на сигналы оперативно. Независимо от кого эта претензия поступила, обеспокоенность о фактах нарушения, либо это от наблюдателей, в том числе представителей общественной палаты, либо от представителей партий наблюдателей, значения это абсолютно никакого и не имеет. Группа мобильного реагирования выезжает и проводит проверку. Если устанавливаются факты нарушения, они фиксируются.